третье отделение самый 70. Данияр Чингарев, четвертое отделение самый 70. Второе место завоевали Илья Балуев, второе отделение самый 70. И чемпионом стал Владислав Сапрыкин, первое отделение самый 70. Тренеры Филимонов Сергей Николаевич, Леонов Алексей Александрович. Весовая категория до 52 килограммов. Бронзовые медали завоевали Николай Дроздов и Ислам Маджиев, представляя третье отделение самбо 70. Серебряную медаль завоевал Владислав Тимошенко, третье отделение самбо 70. И чемпионом стал Иван Сластилов, первое отделение самбо 70. Победители награждаются кубком, медалью и дипломом. Призеры медалью и дипломом. Весовая категория до 56 килограмм. Третье место завоевали Артем Тебенков и Юрий Жуков, спортсмены третьего отделения, самбо 70. Второе место завоевал Ильдар Аджиев, третье отделение, самбо 70. И чемпионом стал Вадим Дунгеров, третье отделение, самбо 70. Тренеры чемпиона Богомолов и Абрамян. Призеры не расходятся, строй стоим, общее фото будет. Все призеры встали на место, никто не уходит. Весовая категория до 60 килограммов. Третье место завоевали Никита Назаров, первое отделение, самбо 70. И Сергей Рыбкин, четвертое отделение, самбо 70. Второе место завоевал Хусейн Зауров, представляет юность Москвы. И чемпионом стал Вадим Дедов, спортшкола «Пицца». Тренер чемпиона Абрамов. Так, призеры, займите свое место и строй встаньте. Что там устроили? Остальные не надо строить вставать. Сергей Николаевич сказал, что ты можешь быть свободен. Весовая категория до 69 килограммов. Третье место завоевали Севолод Ершов. Третье отделение самбо 70. Мои полномочия. Евгений Куку. Нет, мы оба свободны. И камеру ему отнести. Ну ты отнесешь, а я фотографируюсь. Он сказал вдвоем. Понимаешь, да, проблема? Второе место завоевал Никита Бельчиков, первое отделение самбо 70. И чемпионом стал Руслан Чернявский, самбо 70, четвертое отделение. Тренер чемпионов Кузнецов Станислав Валерьевич и Вашурин Валерий Валерьевич.
Мало, пол быстрее. Вань, ты иногда помолчать можешь? Нет, две ставки. Тише! Мы желаем всем победителям и призерам успешно выступить на пене за Россией и завоевать достойные медали. Сейчас все призеры пьедестала подошли для фотографирования.